улыбчивого во всем настроения. Сперва я хотела записать коротенькое видео шортс, но потом подумала и решила, что хочу пообщаться с вами больше, чем одну минутку. Итак, целая корзинка морковок готова. Классная погремушечка. Предыдущая партия морковок у меня потихоньку распродалась, и я пополнила свои запасы еще на некоторое время. Посмотрите, у меня целая-целая корзинка. И я уже сделала и выложила мастер-класс на такую морковку на свой второй канал, где только мастер-классы игрушек. Это информация для моих зрителей, которые со мной недавно, а таких по статистике у меня очень много. Так что всех, и новеньких, и стареньких, или нет, не стареньких, а тех, кто со мной давно, я приглашаю заглянуть на мой канал мастер-классов и связать вместе со мной вот такую погремушку морковку. Ссылка будет под видео и в закрепленных комментариях. Буду вас ждать. И я уже начала снимать мастер-класс на ангела. Я уже уточнилась со схемой, и видео про готовых ангелов планировала попозже, но, знаете, мне прям не терпится вам показать маленького ангелочка в розовом. Так что, так уж и быть, я вам чуток покажу то, что будет у меня в следующих видео. Итак, розовый ангел. Вот такая нежность у меня получилась. Он тоже будет с елочкой. Здесь у меня елочки уже готовы. В готовом виде он будет выглядеть вот так. И, как вы видите, он с розовым тельцем, так как и должно быть, так как я и задумывала с самого начала. Всех ангелов я вам уже покажу в запланированном видео перед мастер-классом. Сегодня, ну уж, не утерпела, чтобы не показать вам такую розовую красоту. И знаете, я вот думаю, чем дополнить этого ангелочка после Нового года. Он был у меня задуман как рождественский ангел с елочкой, но Новый год быстро пройдет, и ангелу нужен будет какой-то другой аксессуарчик. Первое, что мне пришло в голову, это лампа-светильник. Я посмотрела по рукодельным магазинчикам, нашла такую, но, во-первых, самая маленькая, она где-то около 7-8 сантиметров, а это практически до пола, она получается очень большая. Я не знаю, как это будет смотреться. И этот светильник, начинается ценник на них от 50 гривен, 50, 70, 80 и дальше, в зависимости от разновидности и качества. Но я еще не смотрела на AliExpress. Возможно, там есть что-то другое попадется, или же эти лампы будут дешевле. Если кто встречал или покупал, поделитесь информацией, буду вам очень благодарна. Или если у вас есть идеи по поводу, чем заменить елочку, тоже пишите.
Пока я продолжаю работать над созданием мастер-класса. Следующее видео у меня стоит по расписанию, так что я думаю, что мастер-класс «Ангелочка» будет готов, ну, где-то в конце следующей недели. Запасайтесь пряжей и будем вязать вместе. Вот такой малыш. И насчет пряжи. Так уж и быть, давайте я вам уже и пряжу сразу покажу. Номера цветов. Возможно, кто-то будет покупать пряжу и обязательно станет вопрос про номера. Тельце. Тельце у меня цвет 0,5. Вязать я буду из пряжи Yarnar Jeans. Розовый и голубой. В мастер-классе, скорее всего, будет голубой ангел. Это будет 76-й. А тот, кто захочет розовенького, 74-й. Волосы у ангела 0,7. Ну и крылышки 0,1 белый. Это все цвета, которые понадобятся для изготовления ангелочка. Так что запасайтесь пряжей и будем вязать вместе, чтобы у каждого был свой маленький ангел. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.